И вот мне прислала, ой, кто же мне прислал-то, где имя, нету. Ладно, Валерий Константинович, попалась книга «Сад, огород», Гахович, 2010 год, то есть ей уже 100 с лишним лет. Я нажал, хотите, вот я могу сейчас нажать, но я вообще не буду. Я просто взял фотографию, вот, «Сад, огород», одобрен департаментом земледелия. То есть, вот в этой книге та самая дурь, которая и сейчас. Но тогда это не было дурью. Это был и хоры. Ну, так же, как что солнце вокруг земли вертится. Это же не было дурью. Вот, правильно? Даже еще расчеты делались, и все совпадало. Вот. Сейчас не все считают, многие считают, что это солнце вокруг земли крутится. Вы хоть знаете об этом? И земля плоская, знаете об этом? А вы знаете, почему бури? Сказать? Сейчас скажу. Потому что деревья качаются. Вот. И вот это вот, деревья качаются, типа такого уровня, как деревья качаются. Вот. Спасибо, что прислали. Вот. Но еще не выдержал, вставил вот этот снимок, да. Вот этот снимок. Вот. Просто полюбоваться. Это старый сад. Вот боевой топор. Знаете, кто это? Я забыл фамилию художника. Вот, это наш национальный герой, особенно молодежь, они об этом не знают и знать не хотят. Это Ослябя, монах. Это наш национальный герой. Он погиб в Куликовской битве. Вот его боевой топор. Вот. А здесь образ его. Просто пришел художник, старый-старый сад. Вот уже отсохшие ветки, видите? А может их так же, как вот это самое учат. Может их так же подрезали, якобы лишние. Вон, дупла получились, обрезано-небрежно. Вот, и костер, ну это значит ветки сухие, видимо, отрезал. Здорово, да? Я не мог не удержаться. Монах Ослябя, наш национальный герой, погиб за родину, а он садовод, изображен садоводом. У меня аж слезы на глазах закипают, когда я это вижу. Как первый раз увидел, мне, правда, слезы потекли из глаз. Вот. Ну, а это вот из этой книги. Ну, что, узнали? А? В 21 веке вот это один к одному. Вот этот не то, что такой же снимок. Кто-то взял, нарисовал похоже. Этот снимок с 1910 года через 105 лет оказывается в современном журнале. И для чего он нужен? Чтобы мы знали, что привитому дереву нужен штамп, его надо искалечить, да? Вот. А теперь давайте смотрим сюда. Дичь продолжается. Ведь обрезали, вы представляете, вот Железов, ты не прав. Пусть тут они перестарались-то, 20-30 веток отрезали, это, конечно, плохо. Но зато при пересадке они все-таки, как вы учите, а оказывается, это не вы, может быть, даже плагиатор, может, от них-то и узнали, что надо. Ага, читаем. При осенней посадке дерево обрезают. А, нет, не так. При осенней посадке дерева обрезка ветвей должна производиться весною. То есть впереди зима, никто не резал, и обречено на гибель. Наша задача отрезать сразу. По идее, вот он был полный тут веток, полно было, надо вот так вот раз, и все нижние ветки оставить. Вот эта дурь один к одному перешла 20 век, а потом 21. А вот это вы видели? Вот так корешки пообрубаем, и они улучшатся. Вот видите, каждый вот тараканчиками этими, паучками. О, еще одна. А вот это железо. О, это я, это Андрея Денисенко вместе садили. Это с моего питомника переехало. Его сад поселка Сизай. Вот это я понимаю. Ну что? Можно вырастить, вот если бы я вот так вот сделал бы, да? А он был мощный саженец, он обрезанный, он такой был, знаете, раза в три больше. А если бы я вот так вот сделал? Куда бы меня потом Андрей, помните его, прекрасный помощник, компьютерщик, вот, и сейчас садовод, научился. Всю школу у меня полностью прошел. Ну, еще раз, вот эта дурь. А кто-то, помните, как этот самый, сейчас, одну секундочку, а тот заграничный, литовский или латвийский,
Вот, который говорил, что, который, видимо, имел в виду, что не согласен с Железовым, потому что это, ему что надо продавать саженцы. Вот. Вот так вот. Прислали ролик. Я сделал прям фотографию с экрана. Для чего? Человек показывает в этом ролике, я коротко, это учеба и антиучеба. Он показывает листья свернутые, очень сильно поеденные тлей. Показывает, как по этому стволу гоняет туда-сюда муравьи. Так? Он придумал специально эту самую, пропитал это чем-то, я не стал смотреть. Я сразу посмотрел на что? Вот на эту рану. Ну, это, там только одну видно рану, он только это место показал, да, вот это место. Вот. А можно подозревать, что их, как обычно, должно быть, знаете сколько, да? Вот. То есть, сперва идет увечье дерева, это калека. Он, по-моему, даже замазать забыл. И на больное дерево набрасывается тля. Ну, хорошо. Да не может, не правы его, Валерий Константинович. Вот. Но я же слышал это самое, как сказать-то, вот шла передача по телевидению, и когда я включил последние секунды, я запомнил фамилию Исаева, но Исаевых несколько, фамилию Исаева, но по голосу вроде бы, пожалуй, может быть, еще тот Исаев, академик Исаев, да, который говорил, что это же я уже на авторитет ссылаюсь, я обычно, наоборот, их не опровергаю, а тут мне ж выхода нет, я должен, чтобы мне кто-то поддержал, сказал, больные деревья подвергаются вот этим всем, они издают запах, который привлекает. А я понимаю, ты нюхнул, ага, дерево беззащитно, оно не выработало антитела. Как оно может выработать его искалечие? Вот. А потом человек, который искалечил, учит нас, как спасаться от муравьев. Фактически уничтожать их. Это опять из той же самой книги, 2010 год. Узнали? Уже приподняли, но все равно гноят. Я тоже этот видел не раз уже. Переносят на 21 век. Даже не меняя ничего. То есть этот же не похожий рисунок. Зачем его? Он в 19 веке за нас нарисовали. Он перешел 20-й, 21-й. И, пожалуйста, уход за посаженными деревьями. Ну почему не написать за искалеченными? Вот. А вот это, знаете, я почему? Это, недавно он был в ходу. У меня такой нож был. Наша промышленность отстала дико. Толстый лезвие, неудобное. Но заточен на одну сторону. Они не отрицаю. Вот. А почему я его вспомнил? А теперь вспомните один из предпоследних вебинаров. Что там было, когда дама учила нас бороться с этими, с морозобойными, она сказала, чем зачистить надо. Правильно, кривым ножом, вспоминайте. И замазать чем? Коровьим дерьмом, коровяком. И вот тогда, только благодаря тому, что она сказала про кривой нож и про коровяк, кстати, москвичи бегают, коровяк ищут. Но последнюю корову под Москвой когда съели? Вот. Для кого она это совет? Передрал один к одному. Вот вам и получилась статья. Видите, как просто. Вот, это, знаете, трудно поверить, что велосипед на двух ногах ездит, то есть на двух колесах. Гений придумал, что он не упадет. А ведь нормально, может, и сейчас бы мы не ездили на велосипедах. Ну, четыре, да, ну, три в крайнем случае. А ну, чтобы два, это надо быть гением. Вспомните, взял, придумал, сел, поехал, отталкиваясь ногами. Еще не было цепной передачи. Вот. Сел и поехал. А здесь-то что? Представим себе тот, этот самый, ногами отталкиваемся на велосипеде. Или на трехколесном, который не упадет. Его наверняка бы двухколесном могли до сих пор не изобрести, если бы не гений. Так, так же как колесо. Вся Южная Америка, гигантские пирамиды, все великолепно. Вот. Техника продвинулась настолько, колеса не знали. Но не нашелось ни одного человека. Ну, видели, как жуки эти самые дерьмо таскают, делают из него как колесо, а потом перетаскивают. Нет, не догадались. Миллионы людей не догадались. Так и тут. Ну разве можно вот так вот это, пичкать нас этими же самыми
Так, сейчас глоток чаю. Дальше прямые советы. Тут без эмоций не обойтись, потому что я не понимаю, я до каких пор будет это все продолжаться. Ведь я же тогда, помните, цитировал-то ведь 21 век, 2008 год, 12-й, 15-й журналы. Все про это, дерьмо это про это, так про кривой нож. Вот. Перед вами ничего искусственного здесь не было. Это когда цветут деревья, вот так вот делают, я это называю презервативчики. Марлевые презервативчики, я их называю. А это уже нет, это просто когда дает урожай дерево, черешню, ее невозможно спасти, иначе вообще бы нам ничего не досталось. Птицы жирают только так. Вот шелковица черешни в Сибири вырастет себе дороже. Одна нервотрепка. Я придумал вот это, ну что сделать. Вот. Потом тут еще, только сейчас бросилось в глаза, вот это штамп привитое дерево, да, то есть вишня, черешня на вишне. А вот это, видимо, тот самый побег вишневый. Сколько продержится вот эта черешня, я не знаю. Ее может быть убить мороз так, что она вот отсюда замерзнет. Может быть. Почему вот эту ветку не убираю? Это с некоторых моментов стало моим принципом. Это замерзнет, не замерзнет. Но вишня, я собираю доказательства, укрупнится и станет уже не вишней, а дюком. И у меня таких примеров много. Вот. Так, сейчас глоточек. Важнейшая фотография. Одна из самых... Она должна быть во всех учебниках. Вот, начиная с первого класса школы. Чтобы дети пришли домой и сказали родителям, все, хватит, весь наш Саянский бор завален мусором, весь, страшно, стыдно, завалился он десятки лет, а может быть с тех пор, как стоит это самое, это Красный хутор. Вот. А сейчас что делать с людьми? А эти большие свалки, они стали, сейчас я к чему вас подвожу. Поверьте, это не простой совет, это один из самых главных советов в моей жизни. Потому что сейчас пошли по такому пути. Дорогостоящие заводы спохватились, люди дышат гадостью, люди умирают, люди живут возле свалок дичайших. Плевать было до 2019 года, и вдруг начнем бороться, начнем мусор перерабатывать. Вот. Вот где. А, самое смешное. Собирают деньги сельчана. Кто-то решил на этом заработать как? А вы деньги не сдадите? Отключим электричество. Помните, как в кинокомедии «Все возвращается», которая говорила про распространите билеты лотерейные. Активистка. Ну, это самое. Бриллианты в руке. Вот. А кто откажется покупать билет, отключим газ. Так и тут. Значит, пока по 100 рублей. И люди стоят, ждут машину. Когда придет, когда нет. Вот. Вдоль улиц стоят. Цивилизованно, куда повезут мусор? Так вот, для всего бытового мусора, а это, кроме, может быть, пластмассы и стекла, это все величайшее наше богатство. У меня 34 года стоит этот участок. У меня 34 ямы. Вот, сейчас я вам покажу. А, нет, чуть позже. Чем дело кончается? Вот. Кстати, кончаются обильными урожаями. Я говорю, что я не кормлю, а обманул вас, извините, случайно обманул. Кормлю, вот яма заполняется полностью. Дед, когда у тебя перерыв будет? Перерыв? Так, сейчас посмотрим на время. Давай минут через 20. Вот. Не получается зашить дырку? Нет, не получается воткнуть. А, сейчас, скоро. Так, значит, получается так, что залито заполняется яма, и сверху небольшой слой земли. Все. Ну, заполняется с холмиком, просядет. Это мы уже умеем. Вот. Все. И соседние деревья накормлены, прекрасно накормлены. И вот это вот должно стать религией новой. Если бы я был президентом, я не претендую, нет, я по возрасту не прохожу. Но если бы образно, или кто-то бы из наших, это те, кто слушает, стал президентом, хотя бы министром сельского хозяйства, которая сказала, что это, нам все это неинтересно, это ваше личное дело, все, что я говорю. Если бы кто-то с высокой трибуны сказал, вот моя дача,
А вот ямка, вот мы сюда складываем, потом закопаем. И все. И миллионы, а потом какой-то момент, приказ уже, а потом закон. Все, что, все отходы в эти ямы. Все. Ну, бутылки пластмассовые эти можно сдавать, но это уже можно назвать даже чуть ли не оборотной тарой. Вот это важнейший момент, но ведь я уже 15 лет долблю. А кого я? Даже те, кто слышал меня или читал, уже забыли даже. Вот, а это муравейник. Муравейники уничтожаются. А кто видел мои фильмы, видел. Или я, или дырок нет на лисах, или почти нет. Вот. Или почти нет. Мне пока муравейник не погубил ни одного дерева. Ну, это самое... Для чего я вставил вот эту фотографию? Я просто напомню, что, в принципе, да я просто никогда не показывал, вот первое видите, вот она ограда, вот та самая, единственное дерево, это было еще когда молодое, дало первый урожай. Они укорененные дают урожай на второй-третий год, ну пусть маленький. Вот так, теперь, значит, это как раз было первый урожай, вот такие они были. Вот, удалось хотя бы такую крупность сохранить. Семечек у меня не получилось. Я не советую с ними связываться. Лучше укоренение. Прививки тоже не идут. Но этот длинный разговор про шелковицу можно говорить целый день. Или хотя бы 2 часа. Я просто вас призываю к чему. Морозостойкость у них все-таки выше, чем думается. Вот многие цифры, да, помните, цифры крутятся вокруг 30 градусов. Это касается яблок, груш, абрикосов, слив. Вот. Ну, такая, как бы, закругленная цифра. 32, 28. Персик вообще 26 могут написать. Но вы перестаньте их калечить. И вот будет, как у меня в Сибири, плодоносить даже шелковица. Вот это мой совет. Общий. Перестаньте калечить деревья. И оказывается, что все это херня. Я уже такое грубое слово выбрал. Все ваши эти самые причитания. Так. Купил на рынке абрикос сорта «Шалах». Осенью зарыл косточки от них в землю под Москвой. Весной пошли ростки, дали вырасти деревца. Та же ситуация с рыночной сливой персиков. Как вы думаете, можно дать плодов? Я только сейчас говорил. Шалах, да, это распространенный украинский сорт. Я не говорю, что он родина Украины. Когда-то и на Украине ни черта не было. Шалах, он роскошный. У него плоды до 80 грамм. Вот, это роскошнейший сорт. И на Украине он распространен был. Сейчас его тоже стараются все уничтожить. Это так здорово. Самое интересное, когда усят, вот подойдут к дереву и усят его уничтожать. Вот прям с серьезным видом таким, что люди верят. Вот. Если он с косточки, если вы на рынке достали, значит его привезли с юга. Даже если это шалах, вот, у него морозостойкость будет примерно 30-35 градусов. Если повезет, то есть он может быть не обязательно 35 замерзнет, а может подмерзнуть, пропустить урожай. Вот это его предел. А Подмосковье пару раз было за, уже в этом веке, по-моему, уже в этом веке, 21-м, уже было 40. Должен замерзнуть тогда. Сливы, они покрепче, даже южные сливы. Но ко мне дважды привозили сливы из косточек, выращенных также, ну, это, Таджикистан или Узбекистан. Замерзли. Замерзли. Вот и все. Переносишь на эту... на подвое, на китайку, живы. Оставил непривитую, замерзли. А персики тем более. Но персики чем хороши? Вот они какие-то пластичные, их можно расщеперить так, что оно все под снегом будет. Или половина под снегом, как я учу. Допустим, боковые ветки. А верхушка пусть растет. Вот так и у вас. Слива она не сопреет, да? Рыночная слива это роскошь. Это 100-120 грамм. Мне попадали сливы 130 грамм. Ну как попадались? Подойдешь, вздохнешь и думаешь, взять, скушать плод, косточку посадить, о, возраст уже не тот, и пошел мимо. Вот если вот такая слива, вы ее подрастили, вот, отрезаете как можно ниже самый лучший росток с нее, переносите на местное или у Железова закажете, вот, на подвое, на китайке, и тогда ваш Подмосковье они выдержат. Только тогда.
А так, ну если у меня они за рыночная слива, это же ясно, что это самый дальний южный юг. Персики, держите под снегом хотя бы пол дерева. Никогда полностью не замерзнет. У вас в Подмосковье снега больше, чем у меня. Вот. Или картонные коробки, набейте сеном, вот, чтобы там микроклимат был. Место, помните, я в фильмах, сколько я вам рассказывал интересных вещей. Например, тепловая подушка, вот, допустим, или там солнечный этот самый закуток получается. С севера ограда, с юга дом, который греет. Смотришь, и персики не замерзают. А если так ткнуть, где попало? Получается, ваши варианты реальные, но лучше бы, конечно, место выбрать, так? А еще перенести на подвое.